Здравствуйте, с вами канал NameDB. Гороскоп для знака Рак на февраль 2022 года пророчит подопечным этого знака поддержку звезд в любых начинаниях. Главное – разобраться в себе и правильно расставить приоритеты, чтобы знать, к чему стремиться. Благоприятными днями будут 18, 22, 25, 27 и 28 февраля. А с гороскопом для знака Рак на каждый день вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Советы астрологов. В феврале 2022 года представители знака Рак могут значительно укрепить свое положение в обществе. Не удивляйтесь, но начать стоит с самокопания. Подумайте, что именно мешает вам находить общий язык с людьми и комфортно чувствовать себя в коллективе. И постарайтесь устранить эту причину. В этом месяце некоторые раки могут всерьез заинтересоваться оккультными науками и мистикой. Не стоит с головой уходить в это увлечение. Разобраться с насущными проблемами можно и с помощью обычной психологии. В феврале можно попробовать что-то новое. Это могут быть какие-то курсы или хобби. Сейчас подходящий момент, чтобы расширить свой кругозор, повысить уровень интеллекта и обогатиться новыми знаниями. Работа и карьера. Желание раков укрепить свои позиции на рабочем месте похвально, но для этого придется постараться. Будьте готовы проявить себя, покажите свои сильные стороны и не бойтесь озвучивать собственные идеи руководству. Проявив больше активности, можно рассчитывать на то, что вас заметят и оценят по достоинству. Постарайтесь чаще проявлять инициативу, не бойтесь браться за сложные проекты. Трудолюбие, терпение и упорство помогут достичь поставленных целей, а если прислушаетесь к подсказкам интуиции, то шансы на успех могут увеличиться вдвое. Профессиональный гороскоп для знака Рак на февраль 2022 года предрекает возможности выйти на совершенно иной уровень развития. Некоторые даже могут решиться на кардинальные перемены в трудовой сфере. Это может быть смена места работы или даже профессии. Все это способствует процессу самореализации и личностного роста. А для некоторых раков идеальным вариантом решения проблем станет начало своего дела. Финансы. Февраль 2022 года идеально подходит для того, чтобы изменить свое отношение к деньгам. Если хотите увеличить уровень дохода, будьте готовы оптимизировать количество доходов и расходов. Только тщательное планирование бюджета может стать первым шагом на пути к финансовому благополучию. Не ленитесь завести тетрадь для того, чтобы записывать в нее доходы и расходы, и знать, сколько точно денег и на что вы тратите. Проанализируйте, от каких покупок можно в дальнейшем отказаться. И не пренебрегайте принципами разумной экономии, избегая дорогостоящих, но бесполезных приобретений. Семья, любовь и отношения. В конце зимы некоторых подопечных знака Рак может охватить внезапно вспыхнувшая страсть. Эти чувства могут поставить вас перед выбором – окунуться в эти чувства с головой или получше присмотреться к избраннику. Принять решение может быть непросто, поскольку раки очень влюбчивые натуры. Они легко поддаются влечению и страсти, а вот открыто заявить о своих чувствах они могут далеко не сразу. Порой им просто не хватает уверенности в себе, но проявив чуть больше настойчивости и решительности, у вас появится больше шансов добиться взаимности. Любовный гороскоп для знака Рак на февраль 2022 года пророчит свободным подопечным этого знака бурную личную жизнь и страстные романы. Однако не стоит бежать впереди паровоза и намекать о скорой свадьбе. Подобные заявления могут попросту шокировать избранника. Да и присмотреться друг к другу получше не помешает. Семейным представителям знака Рак можно насладиться долгожданным приливом тепла и нежности. Романтика будет витать в воздухе. Не упустите возможность отправиться в романтическое путешествие или на отдых всей семьей. Как минимум, просто постарайтесь проводить больше времени с партнером. Максимально весело и интересно. Здоровье. Последний месяц зимы достаточно благоприятный месяц для раков. Однако важно правильно распределить время, чтобы все успевать и при этом не засыпать на ходу.
Сейчас важно сосредоточиться на реализации конкретных задач, не рассеивая внимание на мелкие поручения. И не думайте, что вам все по плечу. Экстрим – это хорошо, но осторожность все-таки не помешает. И лучше избегать занятий опасными видами спорта. А вот о занятиях в спортзале забывать не стоит. Сейчас самое время приступить к регулярным тренировкам и вспомнить о том, что такое здоровое питание. Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!